Всем привет! Сегодня делаем обзор «Дорожная карта шоураннера». Вот, очень прикольная книжка. Я когда смотрел Аню Букспейс, это на YouTube-канале блогер по книгам, она рассказывала очень интересно про эту книжку, что здесь, кстати, сделано как дорожная карта, реально прям как навигатор. Вот, в мягком переплете. И здесь как раз книжка о том, 21 полезный совет, как создать и поддерживать успешный телесериал. То есть тут рассказывается про интервью с шоураннерами. 21 здесь пункт, 21 глава идет. Например, сериалы такие, вот, которые я смотрел, да? Но здесь есть какая-то «Хорошая жена», «Во все тяжкие», например. «Декстер», «Ходячие мертвецы», «Остаться в живых». Что здесь еще? «Богатство», «Кости», «Убийство», «Однажды в сказке», «Месть». То есть 21 такая глава. Здесь рассказывается, как создать прикольные, интересные сюжеты, которые будут вовлекать людей. Ну и вообще, в принципе, интересно было, как истории создаются и как сериалы отличаются от кино, от телевидения. Как делают там сюжетные арки, прописываются. Шоураннер, оказывается, это человек, который управляет проектом. У него там 200 человек в подчинении, как их держать, как писать сценарий. Про сезонность рассказывается. Ну, в общем, здесь, короче, приоткрывается такой мир кино. И что интересно, здесь как раз вот так оформлено прикольно, что как отсчет, да, идет в обратную сторону, когда начинается фильм. И еще мне очень понравилось в книжке, вот здесь сейчас покажу, тут есть такие моменты, вырезаны, будто вырванные страницы, какой-то кусочек интервью. Вот. Читал ее достаточно долго, потому что разные здесь интервью, разные люди. Все читается где-то легко, где-то сложно. Особенно, конечно, сериалы, которые ты смотрел, легче, типа как «Во все тяжкие», да? Вот. А некоторые очень сложно. И вот здесь вот, например, вот показывается вот так вот, вырвано, да, кусочки. Вот это очень прикольно сделано. Вот. Почитал, в принципе, интересная книжка. Здесь сколько? 405 страниц. Вот, ушла у меня за полтора месяца. Ну, я две книжки читал параллельно. Здесь вот подготовьте презентацию, создайте новую арену, обслуживайте франшизу, вердикт, заставьте нас переживать, доберитесь до сердца вашей истории, эксплуатируйте загадку, объединяйте сюжетный ливень ни одной темы, найдите изюминку, подготовка должна окупиться, создайте мифологию. То здесь рассказывается вообще вещи, короче, как сделать крутой сериал. Мне книжка, в принципе, понравилась. Второй раз я ее, наверное, пересчитывать не буду. Я купил на распродаже в «Лабиринте», что ли. В общем, рублей 500-600 она стоит. И очень редкая. То есть, там, на Авито я посмотрел, нигде нет ни у кого в продаже. Вот. В принципе, почитать интересно. Можно узнать про новые сериалы, как создаются. И когда вот смотришь уже потом, думаешь, блин, вот почитать эту книжку, например, как «Во все тяжкие», либо «Ходячие мертвецы» создаются сюжеты, и когда уже начинаешь смотреть, думаешь, ага, вот здесь вот такие сюжетные арки переплетаются, здесь вот так, а тут сделали, чтобы была вовлеченность, то есть как делают прям целые вселенные, и они потом обрастают разной мистикой. История до того, как запускаются, например, сериалы, вот как, к примеру, «Однажды в сказке», здесь рассказывается пример, что когда запустили сезон, он совпал в Америке с... Ну, какой чемпионат мира был, то ли по регби, то ли по футболу. В общем, критики были настроены негативно. И в итоге, в принципе, книжка... Господи, книжка... Сериал зашел, вот, отсняли крутых 6 серий, и потом начали снимать следующие сезоны. Здесь как раз рассказывается, как первые серии снимать, как делать крутой сюжет, анализировать. Вот. В общем, в принципе, очень интересно. 21 такая история по 21 сериалу плюс интервью. Думаю, вряд ли можно где-то найти в интернете, либо много времени займет посмотреть интервью этих людей, хотя можно там ускорить X2. Но эту книжку, в принципе, почитать просто для такого общего развития, посмотреть, как делаются сериалы. Ситкомы — это комедийные разные сериалы. Вот. И ты уже понимаешь, как удерживают твое внимание, какими инструментами, так сказать. Вот. В целом интересно, можно почитать для любителей сериалов, либо частично какие-то главы, например, если вы берете там на двоих, на троих почитать, ну, я имею на семью, вот, то один почитает про «Во все тяжкие», другой еще про что-то. Здесь единственное, конечно, более детально, там
описываются, например, какие-то герои, которых я вот не знаю, не смотря сериал. Вот, при этом ты понимаешь, какие интересные там сценарии и идеи вообще прописаны. Ты отсюда тоже вытащил несколько, там, 2-3 сериала, которые я не видел. Можно посмотреть 1-2 пилотные серии. Поэтому я думаю, всем будет интересно, как делать вот это вот. То есть, в принципе, я еще подумал, как проецировать это. Можно на все проецировать, да, там, например, на продаже, как интересно рассказать историю, как создать там изюминку, либо вообще при общении. Ну, в общем, как удерживать внимание и чтобы люди этот контент поглощали. Вот эта вот книжка, вот прям навигатор, здесь прям показывается, как все это идти, чтобы был хороший результат, и снимались вторые и третьи сезоны. Поэтому книжку стоит однозначно почитать, я рекомендую.